лук в изморози. Первый снежок такой. И вот так вот выглядит лучок. Ну, лук можно и на подоконнике выращивать всю зиму. Легко, в водичке, в стаканчике. Ну вот, под снегом, в принципе, он тоже есть. Когда накроют его, шапка снега можно выковырить при желании. Если сильно надо прям. Витамин С. Лук от семени дуг. Он такой красивенький. Красиво, правда?